Друзья, мы начинаем наш репортаж с 9-го рок-фестиваля «Окна открой», который проходит этим летом в Петербурге. Сегодня суббота, но, несмотря на ранний час, на площадке ВСКК собралось достаточное количество поклонников рок-музыки. Фестиваль «Окна открой» легендарный, у него многолетняя история, у него очень авторитетный оргкомитет, в который входят участники групп «Аукцион», «ДДД» и других рок-команд. Концепция фестиваля заключается в том, чтобы позволить молодым, начинающим, но перспективным группам выступить на одной сцене, буквально с монстрами рока. Среди них сегодня на эту сцену поднимутся Сурганова и оркестр «Король и Шут», «Пилот» и многие-многие другие. Буквально через пару минут на сцену выйдет первая команда, она называется «Мотороллер». Итак, 9-й рок-фестиваль «Окна открой» начинается. Прекрасно открывать хорошие фестивали. «Окна открой» является одним из этих прекраснейших фестивалей. Никаких волнений, все прекрасно. Жалко, что все спят. Проснуться.